Всем привет! В этом видеоролике я буду показывать, как сделать бордюр из мозаики и как выполнить эту работу очень быстро. Вся сложность заключается в том, что мозаика и белая плитка имеют разную толщину, поэтому, как обычно, сначала штукатурится эта ниша по шаблону, потом шлифуется и только после этого уже клеится мозаика. Я же вам покажу, как можно сделать это гораздо быстрее. И в конце ролика я расскажу, сколько времени потратил я. Для работы мы будем использовать обычный силикон и стекла, которые нарезали для нас в ближайшей стеклорезке. Стекла очень хорошо клеятся на силикон и при этом не имеют абсолютно никакого сползания. Примерно за 1 час нам изготовили все стекла необходимых размеров по тем размерам, которые мы сами замерили заранее. И 15 минут у нас ушло на их монтаж. После уже самого монтажа стекол мы начали уже клеить саму мозаику. Все стекла подписаны маркером, сделано это для удобства монтажа. Теперь уже поклеить мозаику не составляет особого труда. После того, как все стекла уже были на своем месте, на мозаику с подгонкой у нас ушло примерно в районе 40 минут. То есть вся работа у нас заняла времени примерно около часа. И напоследок небольшой совет. Для того, чтобы работа получилась качественной и аккуратной, силикон стоит наносить точечно, а именно на каждый чип, чтобы он не попал в швы.